Блять, незапланированная съемка, к нам бежит Рейк. Вот он застрял, нахуй. А, сука. Рекорд ставим. Ой, бля, он меня бьет. О, моя печень. Блять, он отбил мне печень. Короче, здорово, бандиты мои дорогие. Дай ты начать, ты достал, пошел нахуй отсюда. Ебать, сейчас сдохнем. А ты у него жопа затри, какая я ему прям жопенский стрельнул. Стой в середине, чтобы он тебя с королев не взял. Вот он. Давай сюда иди, блядь, на капкане наебенься. Ой, блядь. Больно в ноге, блядь. Он не рановато пришел? Слишком рано. Бля, чувак, у меня патронов где-то уже на дробовике. У меня один патрон. Ну, тут ходит где-то. Пускай, вот, капкану прибежит. Я так... Блядь, заебаль. А, капкан, дурак. Погоди, надо я еще дальше поставлю капкан. Дебил! А, блядь, он же меня ударил, нахуй, я не могу ставить. А я поставь... могу. Да подальше поставь. Иди от меня. Подальше поставь. Да, ну не тут нахуй, он сюда не забегает, понимаешь? Выйди за порог и там поставь, знаешь? Нахуй тут ты, блядь. А все, он съебался, забирай капкан и уходим. Бери ружье в руки. Короче, здорово, бандиты, мои дорогие. Это, короче, босс и я. Ну как всегда. Да. И сейчас мы... Тут незапланированная съемка была, тут он сразу прибежал к нам. Да, с какого-то хуя. И вообще непонятно, почему, чё его разозлило так. Наверное, то, что может, у нас есть оружие. Да, или может, потому что он меня в одиночке не дождался. А, точно, он к тебе сразу прибежал. Естественно. Только почему ты отпиздил меня только? Он мне патроны все забрал. У меня один патрон, чувак. У меня тоже один патрон. И что делать? Ну, блять, снайперку искать. Я ее туда возьму. Кого, снайперку? Да, ну где-то точнее было. Так, смотри. Ставь сюда сразу несколько капканов, потому что мы когда побежим за этой лутать снайперку. Он туда пойдет, он сюда придет. Сюда, да, в лагерь придет. Ну, блять, как крыса поступает. На изи. И давай, побежали за мной. И, значит, сейчас мы побежим в это злоебучее болото. Давай ты тоже поставь. Тихо, прикрой меня. А то он меня, может, этот еще заберет. Cover you. Блин, хотя нормально. Насрать. Сейчас хорошо. Что? Он как раз вот тут именно по этой траектории бегает. О, заебись, все, пошли. Заебись. Блин, два охотника неудачника. Да, блядь, сейчас сказала бы кого. Попался уже. Он что, сзади идет? Не, он в лагерь. А, ой, блядь, съеба. Он сюда идет. Пошли отсюда нахуй. Сука, он стабил, я слышу уже. Я слышу его! Я брать! Уходи! Не-не-не, нахуй! Побежали! Бля! Кусты! Бежит! Кочки! Ой, блин! Что-то как-то он рановато нас прессовать начал. Прессовать. Первую минуту. Так, где этот замок? Так, смотри, ты берешь снайперскую винтовку, да? Окей. Как и договаривались. Я тогда побегаю с тремя патронами, мне не влом. Только аккуратно смотри. Ща, смотри, вот сюда за мной иди, за мной ровно. Смотри. Смотри все время на дырку в потолке, вот так иди. Зачем? Блять, ну чтобы он не вылез нахуй. Ой, бля! Ебануться вылез, сука. А мне можно, мне можно без дырки? Да проходи нахуй же. Вот смотри, вот прямо отсюда бери и съебывай просто. Пошли. Да ты патроны не взял. Вон там патроны стоят. Все, пошли нахуй. Почему на тебя напал? Он же этот. Не знаю. Смотри, там крыша какая-нибудь. Он где? В амбаре ее спиздил или что? Бомж ебучий. Мы сейчас его встретим на изи. Блять, естественно. Еще бы такую скотину не встретить. Ты где? Я всегда с тобой.
Меня бесит то, что почти у всех, короче, разные шаги. То есть у нас они звук такой же, но только он помедленнее. А у этого он прям так... Но бежит он, кстати, медленнее. Не, я бы не сказал. Кто-то рычит, блядь. Призрак, нахуй. Призрак, блядь. Ну, призрак, Ревика, ты же сказал то, что я его вообще не знал. Его. Да, да, вот, короче, это какой-то второй, не знаю. Тут есть Рейк такой, он более такой зубастик. Его брат-собутыльник. Да. Они вместе с ним бухают двойной одеколон. Да, да. Ты, кстати, не забудь потом чекнуть бандикам, потому что он опять может быть нас поставить. Да все нормально, нормально. Так. И, блядь. О, смотри, водопад. О, ёпты, вот слышишь? Что такое? Блять, это, короче, этого пидора убили. Давай, пошли в его лагерь. Сейчас я тебе докажу то, что он там лежит сейчас. Да может, наверное, свой лагерь пойдем, нет? Сейчас, погоди, я там просто снайперка для меня лежит. Я забыл, что там снайперка. Нет, так ты чё, на бутылке из-под спрайта посмотреть туда? О, бежит. О, кабан это. Да я говорю, бежит кабан. А теперь он бежит. Тихо, тихо. А, нет, это был тоже кабан. Ну как-то быстро. Ты тихо, не пугай меня. Я человек такой. Сука. Так, погоди, тут на заднем дворе это винтовка, вернее, это, ну, дробовик. Так, надо найти этот лагерь. О, блин. Я листик испугал. Блядь. О! Тут. Это вторая избушка уже. Да, ты где? Вторая. Я в избушке. На курьих. Слева. На курьих слева, блядь. Окей, пошли отсюда. Я уже забрал тут ружьишко. Бежит! Давай, ищем, короче. Это кабан, не ссы. Когда я скажу один раз, и бежит, и скажет, это кабан, а он у тебя там высветится. На вышку! А что он тут будет? Тихо, тихо! Ой-ой-ой, вот это не нравится. Что-то я тоже слышу. О, как ты это... Крипово. О, попался. Ебать, сколько у него дым... Он в лагере. Нахуй, давай пока в лагере не пойдем. Пойдем, у нас все есть. Ну, блядь, у меня винтовки нет. Ну, насрать, у тебя есть винтовка, пошли. Наезди сейчас все. Так, надо, это ягодки. Жалко, их нельзя съесть. Хотя, если я съем их, я просрусь. Наверное. Так, тут не ставь. А могу без прицела стрелять? Ну, скоп не можешь. Ну, тут... Давай, ставь тут камеру и под нее уже эти... Прикрой меня, чтобы бага не было. Да, окей. Да. Как слежу, бежит, сразу переключайся на один. Ясно. Чё? Братан. Не ставится капкан? Хуёвенько. Тогда снимаем камеру и бежим. А что делать? А где... Почему я камеру не могу ставить? Камеры? У меня же не было бага. Или капканы? Ой, капканы. Не знаю. Да капканы не могу поставить, серьезно. Странно. Ой-ой-ой, он лагерь. В натуре! Блять! Сейчас нападу еще в него. Давай-давай. Стреляй, чтобы он обратно побежал. О! Ой-ой, я ему еще... Да пока! Где эта сука? Куда он бежал? Вот туда. Лес. Куда? Высоси мой бензохуй. Не могу поставить капкан, пиздец. Ну, где ты? Углепластик. О, углепластик! А, убегай! Что? Фу! Там какие-то звуки стрёмные были, нахуй я посижу тут лучше. Ты беспредельщик, чё ты там? Вот он. Опа, облагерь. Забагал, кто на месте стоит? Забагал, не подходи. Изи. Всё, сдох, бен за хуй. Опа, всё. Вот, на превью, нахуй. Всё. Мы пока побили второй рекорд, даже меньше. Серьёзно? 10, в натуре, да. Как бы наш рекорд это 10 минут, да? А мы где-то, не знаю, побольше затащили. Нормально. Нормально, так, блин. Даже не планировали, кстати.
Да, что убьем его так быстро. Он просто взял, забагался и прибежал. В травку упал и откинул копытце. Или что у него там? Я думаю, он багается, потому что он на несколько капканов попадается. Вот. Я думаю, как. Капканов? Да? Ну, не знаю. Не, он иногда просто без капканов там багается. Не знаю, с чем это связано. Может, с тем, что он имбецил просто, блядь. Все, это самое разумное объяснение. Ну, его, ну, вообще-то ты да. Ну да, он кончил. Мозгов нет, блядь. Ну, вот такие вот дела, мы бандиты. О, наши бандиты. Бандиты, блядь. Вообще, блядь. Все, может уже заканчивать. Наверное. Наверное или да? Как-то очень быстро, блядь. Ну вот. Да, слишком. Я вот думаю, блядь, что-то очень реально быстро. Вообще рекорд точно побили, наверное. А так. Наверное, да. Ну, на запись посмотрим. Если да, то найс. Если нет, то нет. Окей. До скорого, бандиты эти. Это скоро очень.